я сейчас вам покажу, как пользоваться круизом на Ладе Вести СВ. Так, значит, мы с вами едем, скорость наша 60 км в час. Мы захотели с вами поехать на круизе, благо опция у нас это с вами присутствует. Вот она на руле. Кстати, отмечу, что это одна из самых лучших, мне кажется, расположений этой опции именно вот здесь, да. То есть мы с вами можем выбрать круиз. Все, никаких подрулевых переключателей, ничего нету. Просто берем и включаем круиз. Мне, кстати, это очень сильно нравится. Все на руле, все в районе пальцев. Итак, как мы делаем с вами включение круиза? Давайте о главном. Значит, смотрите, я нажимаю на вот эту кнопочку. Нажал кнопочку. Так, у меня загорается, видите, вон там вот. Такая вот оранжевая иконочка. Это значит, что круиз у вас включен. Как начать им пользоваться? Он должен загореться. Вся эта иконочка должна загореться зеленым цветом. Каким образом это происходит? Включаем с вами крестик плюс-минус следующим разом. И поддержим скорость 60 км в час. У меня сейчас, видите, смотрите, я включаю плюсик. Вот, у меня загорелось 60. И мы с вами едем. То есть, видите, я могу регулировать плюс-минус больше-меньше по скорости. И тем самым у меня будет изменяться значение. Вот, смотрите, 61, 62, 61, 60. То есть, вот, я с вами еду, установил круиз 60. То есть, движение мы продолжаем. У меня сейчас сработал напоминание о том, что у меня идет 60. Напоминание о том, что вот у меня, допустим, стоит камера, да? Это еще один плюс моего видеорегистратора с GPS. Navitel R300. Кому интересно, можете посмотреть, у меня есть видео на канале. Так, вот, смотрите, дальше продолжаем движение. 60, я могу, допустим, и уменьшить его. Если мне надо, допустим, ехать там меньше. 55, например, километров в час. Вот, я еду 55 км в час, обратите внимание. Кстати, говорят, 55 км в час это одна из самых экономных вообще диапазонов работы двигателя. Меньше всего потребляется сейчас топливо. Правда это или нет, напишите в комментариях, почитаем, друзья. Но я вот в интернете такой момент слышал. Дальше, значит, я все-таки включаю 60. Почему? Потому что за мной едут машинки, и они не понимают, почему я стал ехать медленнее. Так, значит, 60, и едем с вами, видите? Круиз, обалденная вещь, пользуйтесь, не стесняйтесь, кайфуйте от своей машины, пусть она приносит вам массу-массу впечатлений и эмоций. Всем пока-пока, до встречи на канале, подписывайтесь, друзья!